Мы такие фразочки генерим. Пельмень для запеканки. Чё? О, вот командосы вылезли. Найс. А хули они бессмертные? Они не бессмертные. Просто они мускулистые просто пацаны. Турникмен. Угу. Серьезно, София, ты его ключиком разбираешься? Там кто-то еще плется, ребят, зеленые глаза, смотрите, вон идет. Ой, блядь, это ревенант! Ай, блядь. О! Плазма что? Плазма. Плазма, короче, огнемет такой. Плазмомет, во. Ж говно. Мне головки эту. Уже отобрали. Просто лютое говнище. Баночку добавили? Какая дресня, а не оружие. Светите! Ёб твою мать! Вот это же бей! Твою мать! Мне слишком мало платят для того, чтобы я сдох! Ебать, это рядом, жирный. Так, сейчас помрёт, надо его подкинуть. О, ракетницу дали! Бля, ну не в упор, чтобы мне выдавать её! Хорошо, что... Отвали, отвали! Манкобусы! Ещё и манкобусы? Давай охуели там! Почему они друг с другом не дерутся? По-жирному, по-жирному. Еще арчвайл, господи, да там просто мясо. Уйди, блядь! Че тварь? Ты жирная, вонючая. Живучая скотина. Пошла нахер. О, паучиха, блядь. Давайте-ка мы ее. Отвали, отвали, отвали от меня. Давай, давай, зажали ее, распилим ее. О, да, прям пожарка. Отпиливай, отпиливай. О, все. Фу, мы победили. Хуй. Эй, Skyfox, только у нас с тобой очки есть. Вот чем мне нравится Doom 3, тут какое-то, блин, оружие слабое. И не чувствуется мощь. Это же пистолет. Какая мощь у пистолета? Хочу мощный пистолет. Да даже у двустволки ни хрена нет. Я тут хожу с гаечным ключом и не жалуюсь. Чувствуется мощь гаечного ключа и фонарика. Вари, уроды просто. За болот сзади прыгай! Кто ты кушаешь? Шел вон! О, блядь, пугал! О, инки полезли! О, наконец, хоть, блядь, петушка дали! Да, на полочках появляется оружие. Skyfox, двигай! Да, блядь, ну сука, ну кто пиздит чинган? Заебали, блядь! Я сразу спиздил, да, его уже кто-то спиздил. Он спиздит, честно спиздит, да. Чуваки, а где отхилиться можно? Да на том свете отхилишься. Что? Что? Ебой. Я не самый ёбищный. Нет, я самый ёбищный. Смотри, минус 6. Я самый охуенный. О, туннельчики, это я помню. Прочистим туннель. Ни хрена тут оружие. Эй, в смысле? Чё мне телефрагами меня тут замордовало? Нет. Это со стороны выглядело забавно. Невидимые пинки! О, мне такие нравятся. Так, еще мудаков, пожалуйста, что-то. Кончились, что ли? Нам заплатить надо за продолжение? DLC больше мудаков. Знаешь, условно бесплатная LMS. Во, вылезли. Кто это? Это зомби. Горящие пацаны, которые обычно горят, но что-то на сервисе не горят. Хотите, чтобы пацаны горели, купите наше дополнение. Или заставьте забавно играть, а не ультра низких настройках. Идите вы нахуй. О, это что еще за тварь? Ревенант! Кто тут мне мешается? Я вообще в уголочек сел. Блять. Ой, какие-то черно-синие непонятные негры вылезли. Это супер магот. А, это супер мегат. А пошли вы нахер, черти. Воу, что-то они как страшно разбирают. Там манкубус. Я не манкубус. Да, вот они вращаются. Блять. Ёб вашу мать! Пошел нахрен! Омега. Ёб вашу нахрен! Омега. Ядрить, это что там? Ой, собаки. Это собаки забавоны. Мамка Скафокса! Че слишком жирная? Пацаны. Чё они бочки кидают, сучки? Кидают бочки? Пацаны. Кстати, упал и не может встать. Сука, бочкой убили тварь.
О, теперь я лидирую. Да да, херил там, а? С одним убийством. Да. Опа. По звуку это как будто дробовика и двухстволка. Что-то какая-то хилая двухстволка. Помню, двухстволка с двумя дуалом. Кто-то она разносила в щи просто. Шесть дуплетов и двухстволка. Нет, я с Софи соглашусь, это дробовик дерьмо. Ослабленная версия для неупадов, чтобы отдачи не уносило. А лучше в одну линию спина к спине. Сомкнуть очко. Какая тактика. Генералская пульс. Да ни хрена. Тут это только знаю. Хаотичная беготня поможет. Слушайте, ты что, я, блядь, 7 раз уже выстрел с дуплетом. Им въебал, они не дохнут. Вот это меня прям вообще бесит. Блядь, пистолет это более убойный. Разве не очкуй и наслаждайся. Вот это совет. Не очкуй и наслаждайся. Очкуй и наслаждайся? Че? Это лечит. Хрена себе, собака летает. Собака летака. Задрали. Во, все, кончилось. Ура! Фу! Ну хули, они, кстати, пошли. О, кто-то еще и в плюсе остался. Ну это Skyfox, уже пидор. А где ракетомет-то? На самом верху! На самом верху! Мы на самом верху! Он еще нас и наебывает, видите, да? Skyfox, видишь гранатомет? Я не вижу. Я его подобрал, блять. Начинаешь пилить кого-нибудь, а он меня останавливается и дает сдачи, что за хрень? Это очень двусмысленно, начинаешь пилить кого-то. Да, это было пиздецки двусмысленно сейчас. Так, я подобрал миниганчик, но я не знаю, сколько с ним проживу. Блять! Тебя не узнал, сколько ты проживешь с ним. О, Лиз, тут лезут ребята из портала. Кто-то лезет. Да, кажется, это первенец. Это дети Скайфокса. Черт. Ну, если браду. Это дети, то я боюсь себе Скайфокса представить. Все, вот спасибо, что ты напомнил, ебалус. О нет, не надо, только не это. О нет, масло, это что ли? Масло. Слишком поздно забывал. Я уже слышу, ты полез туда. Ящик Пандоры открыт. Сейчас будет мясо. Убедись, что он разбит. Опа! И пошла! Покайтесь, грешники, блядь! Скайфокс, вырубай нахуй! Все, хорош! Вы вкусили! Смилуйся, блядь! Все подняли свои жопы! Все поднялись со своих кресел, стулок! Все поднимаемся и качаемся под наши биты! Масло, нехуевое масло! Масло, олейна! Масло, оливье! Масло, вытекает на наши головы течет! Мы тупо нехуево, блядь, дойдем! Экстренная эвакуация, блять! Это будет терапия!